Всем доброго времени суток, вы на канале HardReset.info, это телефон Realme 6 Pro, и сейчас я вам покажу, как на этом устройстве можно отобразить номер IMEI, а также узнать серийный номер вашего устройства. Для начала, как узнать просто IMEI? Открываем телефон и вводим код, звездочка, решетка, 06, решетка. На экране у нас появляются оба IMEI нашего телефона, мы нажимаем ОК, и теперь как узнать серийный номер? Для этого мы открываем настройки, переходим в самый низ, до пункта о телефоне, выбираем его, и теперь спускаемся тут до пункта статус, выбираем его, и тут, как вы видите, тоже можно увидеть, какие у нас номера IMEI, а кроме того, найти наш серийный номер. Вот, и на этом все. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и до скорых встреч, пока!